Тема осознанности сейчас очень актуальна, и это выручает во многих случаях, потому что мне, наверное, всю жизнь было достаточно неловко от мысли того, куда нужно девать одежду, которая больше для меня не актуальна. Всю одежду, которую я больше не использую, я отдаю в Ласку. Это достаточно известный проект. Это удобно, быстро, я доверяю ребятам, и мне кажется, они всегда найдут правильное применение тому, что уже не актуально для меня. Я не совершаю необдуманные покупки, просто потому что, несмотря на то, что я больше 10 лет связана с индустрией моды, я не очень люблю шопинг, мягко говоря, это достаточно энергозатратный для меня процесс, поэтому, когда я уже иду на какую-либо покупку, то я обдумываю, что это будет, где я буду это использовать, поэтому я думаю, покупок у меня нет по части одежды. Мне кажется, наше время войдет в историю как некая эпоха рефлексии и осознанности. Мы к этому пришли не от счастливой жизни, но мне кажется, что-то хорошее из этого может получиться.